Так, это наш изобретатель. Расскажи про свой самокат. Самокат гибрид скейтборда и обычного самоката переднеприводного с консольным креплением переднего колеса. Все так интересно выглядит. Таким со смещением вся рулевая колонка. Ну, в целом, наверное, один из первых самокатов, который я довел уже до конца, с покраской, совсем всего на продажу можно уже готовить. Вот. По технической части. Мотор, колесо от гироскутера. Контроллер китайский, 350 ватт. Но он модифицирован, чуть больше дает. Батарея железофосфат на 53 вольта на 12 ампер-часов. По факту получается максималка 32 км в час, запас хода 30-35. Ну, самый кайф в нем другой, ну, кроме внешнего вида. Самый кайф — это задней подруливающей подвески. Продемонстрируй, как она работает. Подвеска от скейтборда. Естественно, она в поворотах при наклоне корпуса начинает заруливать. И это очень интересный эффект на ходу. Такое ощущение, как будто бы ты на каких-то горных лыжах перемещаешь свой вес. Ну или дрифт, можно даже сказать так. Но в целом интересный самокат, при этом он компактный. И полностью рабочий, полностью готов. Все, я поздравляю тебя с очередным удачным изобретением. А теперь продемонстрируй, как ты на нем гоняешь.